Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним задание учебника математики для второго класса, автор Маро. Страница 80, упражнение номер 2. В одном пакете 2 килограмма муки. Что узнаешь, выполнив 2 умножить на 3? 2 килограмма муки в одном пакете. Если мы 2 умножим на 3, это получится 6. 6 килограммов масса муки в 3 пакетах. А если мы 2 умножим на 5, это получится 10 килограммов масса муки в 5 пакетах. 10 разделить на 2. Это равно 5. 5 штук. 5 пакетов понадобится, чтобы рассыпать 10 килограммов муки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.